Всем привет! Микрофон Вася. И сегодня мы будем сцеплять две Татры. Три под названием Татра Т3 GMC. У меня есть вот такие две Татры с полпантографами. У одного вот такой полпантограф, у второго вот такой вот полпантограф. У нас, в общем, на первую секцию уже наклеено. Раз шнур и два шнуры. Мы приклеим сюда сцепку. Ну, давайте приклеим. Я приклеил верхнюю часть, и давайте приклеим нижнюю часть. В общем, как-то так у нас получилось. В общем, у нас раз и два. Конечно, второй, если вот так мы включим свет и присмотримся, то у нас тут разрезик такой. Видите, разрезик. Если он разорвется, то будет не очень. И у нас наша сцепка разорвется. Я не знаю, вот этот, в общем, пантограф должен быть сейчас опущен. Вот так вот. Этот поднят, этот опущен. Да, вот так вот. И сейчас нам надо еще наклеить сцепку. В общем, сцепка готова. Номер этих татер. В общем, это у нас. Вот сейчас подробности. Эти татры из города Алматы, Казахстан. Из модель это Т4DMC. Эта модель построена в 1973 году. Заводской номер 1623023. Текущее состояние списан. Назначение пассажирский списан в 2013 году. Автор Никита Савин. Ну, в общем, вот такой вот мини-обзорчик. Ну, как сказать, обзорчик? Ну, не знаю. Ладно, всем спасибо за просмотр. В скорых роликах увидите эту Татру. Всем пока-пока.